Ну вот 12 февраля продолжается, и у меня проявилась новая реакция на реальность, или ту, которую я чувствую, или ту, которую проживаю. Ну, не знаю, по крайней мере, реальность выкристаллизовалась строчками. Стихотворение, которое я хочу прочитать. Это сегодня второе стихотворение. Первое я уже представил, поставил вам. А вот сейчас второе, другое. При этом вот первый куплет, он был записан часов 5 назад. А вот сейчас как бы проявилось остальное. Сам процесс сложения строчек, ритмика, она выкристаллизовывается в процессе того, как ты начинаешь набирать. И кое-где требуется уточнение того, что пришло внезапно откуда-то. Где-то потом, когда я уже вижу все стихотворение напечатанное, кое-где хочется подправить или поставить запятую, или какой-то акцент. Это все как бы заложено в самой стилистике того, что ты написал. И меньше всего хочется оценивать стихотворение, ибо я знаю, и мой опыт показывает, что многие как бы стихи, они объясняются потом, тебе самому потом, ибо они приносят какой-то тон, который можно даже в момент написания не ословить. Иногда это получается проще и прозрачнее, и конкретнее, иногда нет. Иногда строчка дает какое-то завихрение, как какой-то поток определяет, который приносит ощущение нерва, времени, в котором ты живешь. Итак, стихотворение. Оно не имеет названия, но тем не менее. От безделья, от недомыслия, непонимания важности идей только живу тихим перелистыванием мыслей, дел, людей. Только подсолнухострастностью люблю вдохновительно свет, купаясь в разнополярности перекрестков, знаков, примет, только пахтаясь из незнания в немерной многоцветной палитры, считываю листанием чудо-ноты вселенских пюпитров. Вот так написалось, вот так проявилось, вот так зафиксировалось это мгновение, в котором я принимал состояние благословительного вдохновения жизнью, днем, февралем, солнцем, пальмами и тобой, дорогой мой читатель, хотя ты будешь это слышать и читать позже, после того, когда я уже это опубликую. Это тоже коммуникация, это тоже взаимодополнение, это тоже попытка поддержать друг друга. Красивые строчки, только пахтаясь из незнания в немерной многоцветной палитры, считываю листанием чудо-ноты вселенских пюпитров. Ну вот, такое стихотворение. Успехов, всего хорошего, до новых встреч.